Привет, друзья! С вами снова Валда и Горелли, Асгард и Корны. Мы продолжаем прохождение Dying Light. Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Вот, смотрите, талибаны! Видели? Чё, талибаны? Ну, смотрите, у него топор в руке, он не похож на человека с Аиды. Он и руки поднял, да, это какие-то новые враги наши. В виде человека. Давайте большого не будем забивать, я в прошлый раз все патроны у него потратил. У меня их и так нет. У меня тоже кончились, у меня с ружья только осталось. Вот надо. Он попал по мне камнем, черт возьми. Я вообще не видел, не вижу, где он. Да вон он там внизу. А, пойдемте на метку, да? Погнали, да, погнали, давайте, на оранжевую метку. В прошлой серии закончили по пути здесь, не дошли, квест не сдали. В этот раз сдадим. Иди ты к черту, короче, женщина. Стоп, метка-то осталась сзади уже где-то. Да и... Дэвид Джина, да? Дэвид? Все. Да, вроде как. Я на месте. Да почти все на месте, все уже. Заходим. Alright, I've got your meteor fragments. Good. I'll load the shards into the accelerator chamber, and we'll be ready to take the fight to the reptilians. Whoa, wait, whoa. Who are we taking the fight to? Okay, technically they're Gadoids from Orion. Все такие. Reptilians is a recognized euphemism. Отчасти. Even if it's a bit. Reptilians is cool. And these Gadoids did. Triskoid. What now? Please. They came to Earth eons ago and formed the Order of the Illuminati. Понятно, он повернутый реально. Мы где-то скорее. Зря ему помогали. Смотрите на его ошибки, ну естественно, он только инопланетянка. But now you're going to stop them because you have this. I do. Remember. It's not going to cut through a fast variable gamma shield, but short of that, it should deatomize anything out there. Right. Got it. Anything else? I'd estimate you can count on 500 charges before you need to replace the meteor shards. So go get them, soldier. Кто там говорил, крутое оружие будет? Асгард, по-моему, да? Орал, поставьте квест, будет крутое оружие. 006. Ну-ка, ну-ка. Что-то, мне кажется... Короче, давайте я предлагаю исключить Асгарда из банды, из нашей. Слишком много раз он подводил уже. Подождите. Слишком много раз у нас подводил. Снарядов нет. Как нет? Он же сказал 500. 0-0-0-0. Да, действительно 0. Ага. Ох, какая херобина в руках. Она бесконечно стреляет, так понятно. Пойдемте проверим, что ли. Она ничего не наносит, как я понимаю. Да в жопу такое оружие. Консервная банка, что-то еще. О, зомби пришли, давайте стреляем. Не работает. Вообще никак. Ружье мое работает, это только в путь. Я доверяю своему ружью. Асгард я больше не верю вообще. Ни одному мы слову. И когда будет говорить, ну, поставьте квест, я буду говорить, пошел к черту. Название было заманчивым. В основном. Пошли, короче, этот квест сделаем. А ты после Дракула стоит зону карантина, тут недалеко. Погнали? Так, сейчас надо пистолет поставить на квик слот. Ну, стоит точка, как бы, это самое. Куда пойдем? Зато его можно продать за 700. Вот, в левом углу квест написано сейчас. Ну, не совсем за 700, наверное, это... 734 бакса написано. Самая лучшая цена же написана, вроде такой не бывает. А, да? Ладно. Это, конечно, я не ожидал. Воу-воу-воу! Я подох, поднимите, пожалуйста, кто-то рядом со мной был только что. По-моему, я был, но я тоже подох, если я упаду так далеко. Это аккуратно. Привести в чувство. Спасибо. Все, даже отхилил тебя. О, кто-то вылетел, черт возьми. Корн. Корн. Похоже, у нас ни одна серия сегодня не обойдется. Без прерывания записи, да. Он перезаходит. Подождем? Подождем. Так запись-то остановим, нет? А так перезаходит или уже перезашел? А в скайпе-то его нет, по-моему. Давайте тогда прервемся. Валда, иди сюда. На крышу заберись. Сейчас. На какую? На какую-нибудь. Я хочу вот куда. Извиняюсь. Все, ты здесь. Вот. Ну давай не прерываемся, тогда ждем. Интернет. Ну ты. Бывает. Присоединяйся, мы подождем, мы на крыше пока. Да, я продолжу, просто киньте мне тогда. Поднимите я меня. Не могу присоединиться. Инвайт кинуть? Подожди. А, меня хавают, не могу кинуть инвайт. Мадафака, мадафака. Отстаньте все. Не говорите никто еще, дайте ему быть зомби. Гребаный шифтап, чтобы я еще раз его нажал. Да, меня тоже убить. Так, кинуть кому-то инвайт, не кинуть? Там в море еще один. Да, групп. Кидай. Попробуем. Тебе, да? Пригласил.
Да, пришло. Ой, тут плавают. И он меня бьет как-то в воде. Ну вот, а ты говоришь, не присоединюсь. Подпрыгивает вверх. Он присоединился, все нормально? Да, хорошо. Хорошо. О, я как раз таки рядом с вами. Тут ящик Раиса, можно вскрыть, нет? Конечно. Да, можно, взлом нормальный, взлом есть, пожалуйста, кто-нибудь. Так, там зомби прибежал. Я прикрою. А конкретней. А, вот он. Да ё. Я не успел. Замочить его. Нет, это опять честь помощи, да? Да-да-да. Раис. Даже да, надпись да, да. Раис. Типа забронировано. Только заметили это я пару ящиков назад. Не, я сразу заметил, когда сказал ящик Раиса только что. Интересно, они такие лежат, или они их притаскивают, или что вообще это такое? Или... Ну, их очевидно, притаскивают. Очевидно, он не упадет под крышу. Ну да, да, не понятно. Значит, притаскивают. И забирает один набор ЧС. Так. Ночь. Так что, идем в зону карантина? Да, да, в зону карантина, погнали. Как жестко разорвало, ребят. Да. Мне тоже волосатый понравилось. Волосатый дракон. Че, сюда? Название в другую, да-да-да, сюда. Чуть не зайти. Так ждать всех надо просто. Меня нет просто. Во время международных патриотических соревнований в этом отеле бла-бла-бла. Такой текст по-любому не успеешь прочитать. Там две строчки не успеваешь. Соберите... А, это зона карантина. Да просто зона карантина стандартная. Да, я согласен, поехали. Только у меня оружия нет. Ну, как-то один пистолет лишь. Как они все ниже, что ли? Да, наверху, скорее всего. А, выше. Выше, да. Дверь не открывается. Бежим, бежим, бежим. Как это не открывается? Все. Ох. Воу, воу. Нормальный ход. На, сволочь. Ой, так, покусали. Есть. На, получай. Да походу тоже ружье возьму. Ну он решает просто, да. Ой, не-не-не. Вающийся. Сейчас подниму. Слышно было такое. Ой, не-не-не. Да-да-да. Хоп. Это было забавно. Ой, не-не-не. И все, и кто-то там отъехал. Это туалет явно. А что мы ищем? Набор ЧС. Помощи. Ой, энергетический батончик. Так, и чё? И где они? В лифт. Понятия на лифт. Какая-то стеменка стоит. А, выше. Угу. Да-да-да. А дальше-то чё? Ой, там кто-то ой. Поехал. Я полетел. Ой, я полетел вниз. Что у вас да, происходит? Вообще, где здесь лифт наш? Не очень хорошо. Всё. А куда лифт делся? А, он застрял. Застрял. Здесь еще один набор был. Так, а выше-то подняться как-то можно куда-то вообще? Имеет смысл или не имеет? А вообще нет, по-моему. По-моему, тоже. Тут решетки? Нет, нам нужно ниже. Наоборот, ниже получается. В лифт прыгнуть? Да, внизу были. Да, вниз и вниз. Не, подожди. Еще раз вниз. О, зомби. Давай, убеги, ублюдок. Воу. Ух, твою мать. Что это? Крик такой-то! Тут зомбарей немерено, ребята, помогите. Надо отойти! Там, короче, какая-то маленькая кукла, женщина, непонятная штука, она издает звук, и там, ну, короче, все плохо. Я выстрелил, у меня вроде сдохло. Что это было? Смотри, что это. Не знаю. Это надовый ад, короче. Или какая-то хрень. Какая-то инопланетная фигня, смотрите, он был прав. Ну, по этим фиговинам, наверное, с этого 100 бластера. Это работает на себя, да? А, так может против них это работает штука? Ну так наверняка, конечно. Вот она была, да? Да, вот эта вот херня лежит. Нифига. Это вот она. Я не вижу. По-моему, это просто ребенок зомби. Да не, нифига не понимаю. Так подойди к нам. Да я вот возле тебя стою. Видишь коляску? Ну, коляску вижу. Ага, в начале ссылка была, коляска, да, помните? Прологи еще. В коляску смотришь, там, да, там может быть там все разнесло такая фигня, вот это там количество. Не-не-не, там просто инфицированных туда отправляли. Ладно, где на наоборот? Еще ниже.
твою мать, чё ж я такой резкий? Так понос? Взрывающийся. Я взорвался. Нашел еще один набор. Молодец. Отлично. Остался последний. Я вот вообще последний. Их не ищу так-то. Все. Завершено. Ой, я не последний, я не последний. А всем одинаково дали. Ну как сказать, у меня ты последний, а у меня я не последний. А, да? Так, окей. Ну что ж, выбираемся туда сюда. Да, в лифт снова. Видимо, да. Да, очевидно. Пока. Кто-то уже сразу ушел. Угу. Я а, ушел. Наверх, видимо, а не вниз. Да нет. Ну да. Да, наверх. Нет, вниз. Да, вниз показывает точка. Вниз? Ну, я помню, мы по лестнице здесь. Так вот лестница есть. А, лестница. А. Лестница. О, твою мать, что я сделал? Вместо кошки, ребят, извините. Что ты сделал? Как ты молотого кинул. А, на улице уже ночь наступила. Везде. Почти. Короче, я к вам просто депортнулся, это было в пад выбираться. Так, окей, какой мы оставим теперь? Что написано было? То, что Венесельска видела. Дождь. Какой ставим квест? Не стреляем, ребят, не стреляем, ночь. А какой следующий квест? Ой-ой. Далеко который. Встретиться с Майклом в канализации, по идее, это он? Да, это сюжетный, а единственный сюжетный квест. Давайте поставим мне сюжет. А нет, или там остальное осталось, только все это самое. Все только из того города, то, что мы... Ну тогда все, давайте-то по сюжетке пошли. Пойдемте. Ох, там зомби. Ох, там зомби. Машину включайте. Почему? Кошка перезаряжается. Зачем машину? Давай машину. Зачем машину включил? А чтобы они на нее оставили. А я не могу мимо них пройти, беда. Точнее, запрыгнуть не могу. Я просто бегу, короче. Куда глаза глядят. Но еще ночь не наступила, ребят. Нет. Да ладно. Да. Потому что не дают удвоенный опыт. Потому что нету да, этого. И нету бутанов. Я понял. Да. Зомбарей нету этих жестких. Понятно. Ой. Куда бы попасть? Ничего не видно? Блин, реально фигня какая-то. Дождь еще идет, дождь идет. Нет, пойдем. Нет. Я тут спился за что-то. Нам достаточно далеко бежать. Я активировал ловушку ограду. Отлично. А вот я промазал мимо пакетов. Оп, перепрыгнуть. Да, упал. Главное перепрыгнуть. Убить зомбаря. Вот теперь наступила ночь. Кажется. Нет еще. А нет, еще 10 минут игрового. Нифига, куда нам, блин, вообще такую адскую клаку, куда-то, по-моему, бежать? Да, есть. Канализация. Очень далеко. Все верно, так. Адская. А, меня ослепил этот ублюдок. На, умри. Так, все, главное, что... Я вроде здесь, короче. Я тоже здесь. Сейчас сдохну. Блин, мне нужен торговец. Вот все, ночь. Мне нужен хил. Тут плевоны вонючие, поможет кто-нибудь мне? Мы видим, как вас там что-то взорвало. Да. Да, меня подкинуло и разорвало. Притом я не знаю, что это взорвалось. Я здесь ни при чем. А где вход в канализацию? Вот, наконец-то нашел. Тут очень много этих... А, вот! Это то место, о котором он говорил, типа, куча людей в костюмах. Вот тут их просто нереально много. Согласен. Хорошо. А куда нам? Здесь где-то спуститься вниз надо. В канализацию, в трубу я прыгнул, уже плавают. Вот я не пойму, где она. Да. Ну, скоро найдете, не переживайте. А, все, нашел. А, вот она. Хорошо. И там просто выныривайте с другой стороны сразу направо. Угу. Сразу, как только проплывет туннель, выныривайте и направо. Я стою, вас тут жду. Есть. Статуэтка стоит. Угу. Где? Взлом нормальный, кто не взломает. Давай. Я пока открою другую. А, не, взлом трудно, нет, это кому-нибудь другому. Давай, я попробую. Статуэтку только не нашел. Ну вот посередине тут на полу стоит около двери. Только нам не сюда. Это взломал. Ну, взломаем, потом пойдем куда нужно. Взломал. Сигареты, крикетная бита костолом. Патронов не нашел. Катана, драгоценности. Здесь только кофе, отлично.
Нам сюда нужно было, да? По идее, да. Да. Удерживайте, спуститься в канализацию. Давайте там все вместе подходите. Не люблю эти мутные разводы, но что, глаза не может вытереть? После того, как выходишь из воды, долго у тебя. Согласен, да, мне тоже не нравится вообще. Нужно найти этого парня Майкла, все, что успел прочитать. Ну, это самое главное. Так. Так. Пойдем. Я нашел парня. Несколько парней, да? Кто же у вас Майкла, ребята? Видимо, никто. Как просто пронести по сытному. Как пройти-то? Видимо, нам с другой стороны. Ой. А, под водой. Под водой. Под водой. Когда я в прошлый раз попал под водой, по мне начали стрелять и куча автоматчиков. Было дело. Нормально. В этот раз будет то же самое, я не переживаю. У меня плохие ассоциации. С прекрасными канализациями. И чё? Такое. Бечевку нашли, чё? У меня гвозди. Ну вот, видите, фаер лежит, видимо, мы правильно идём. Что это за фигня? Херь какая-то. Что-то взорвётся. Ладно, прыгаем, чё вы. Ничего, что-то за решёткой наверху, кажется. Вот там и цеплялся руками, а не прыгал в воду. Вон зомбари пошли. Мощно. Ох, лута тут с них нападало, наверное. Да. Не всех лутать. Давайте идем по файеру. Пойдемте. Да, столько там лутать, у меня с денег и так куча. Да, согласен. Да, в принципе, да, согласен. А и для крафта компонент. Я лутаю в основном в поисках вещей для крафта, для всех. Так, ты не крафтишь практически. Ой, нет, улучшение. Что за дерьмо? Приступ, приступ. Опять? Асгард, улучшение делаю для оружия. Ну, вставляет, вот их ищу. И я. Ну так, поэтому ищу. Они в зомбарях не попадаются. Бывает. Редко, конечно. Что-то все молчат. Так. Фига ты не врался. Так слушаем чувака. А, у меня нет ничего. Что говорит? Нет, нет. Он сказал, черт, я думал, ты кусака. Нельзя же так бесшумно подкрадываться. Угу, и все. Так. Вот мы и молчим. Ну, что, он взламывает? Снова требуются все игроки. Да все игроки нужны, просто мы тут лутаем. Я не знаю, я лутаю монтировки всякие с водными ключами, молотками. Заполнен внутрь всяким говном. Давайте пойдем к нему. Слушай. Я не хотел тебя, Майкл. Окей, окей. Трой сказал, что ты на своем пути. Бог, я рад, что ты не видел меня прыгать так. Она никогда не взяла меня серьезно. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. Wait, so you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. Well, okay, I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran could mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is on the 10th. Ну, это как минимум интересный квест, мне кажется, будет. А, взрывчатный квест никак. А, взрывчатный. Взял взрывчатку, взяли взрывчатку. Я ничего не взял, вообще мне ничего не досталось. Я прощелкал лицом, оборачиваясь, уже пусто. Я думал, у вас сэндэй. Там на 10-й, куда вы? 9-й. Короче, зомби кушает. 9-й, не? Это первый. Нет, 10-й. Короче, нам через все эти надо было проходить этажи. Ну это прикольно, если честно. Лифт? Да, давайте лифт проверим. Лошадь работает? Работает, серьезно? Не, я бы не поехал на нем. Так, 10-й. Да поехали, поехали. Поехали. А почему идет нулевой этаж и минус первый? Не оборотный должен быть? Ну это типа, это самое... Подожди, не понял. Смысле, они по очереди идут. Видишь, нулевой, минус сейчас первый. Сейчас что-то подожди, что-то зайдет. Так вы вот. Думаете, все будет нормально? Конечно, нет. Там что-то кушает. Там, что-то чвякает. Это четвертый. Приехали. Но это же было какого очевидно. Какого черта? О, вывалился. Чувак, здорово. Пошли в шахту быстрее, пока лифт не упал. Опа. О, приступ очередной, отлично.
ну так сказать. В основном. Ни хрена не видно. Вообще жесть. А нам по этим, по лицам надо видеть. Сейчас приступ отпустит. Да, мы ж не можем. Если отпустит. Я чуть не отпускаю. Походу не отпустил. А, надо лезть с приступом, ясно. Да. О. Ладно, лезем. Отпустил, отпустил. Как раз тогда, куда не видно, куда лезть. А вот, я, кажется, понял, куда. На обратную сторону, типа. Да. Да-да-да. Дальше ты чё? Я забрался уже. А я упал. Направо. А, это 10 этаж уже? О, я выше пистолет. Это 9, собственно. Нет. Разве? На это 9. У меня заполнен инвентарь всяким хламом. Ладно. Я на 10 вот. Как ты попал? А, вижу. Майкл. Я тоже на 10. Ау. Упал, ну, нормально. Пластик. Жить буду. Так, что нужно? А, взрывчатку взорвать. Не взорвать, а выпустить заложить. Газ, заложить в определенных комнатах. Угу. Только в каких комнатах? Я на 11 этаже, да? Да, на 10. Угу. Ну ты для начала на 10, потом на другие. Ребята стоят. Нет, он сказал только на 10 нам. Ой-ой-ой. Он сказал сначала. Там все взорвется. Вот ты! Я говорю, там все взорвется, подождите. Я не слышал этого свиста. Типичного. Может, тоже свистеть не умеет? Чего-чего? Ты, я думал, от баллона имел в виду. Ну да. Я бы тоже свистнул, если бы умел. Что-то я вообще не понимаю, которые прошли. Я, блин, уже бегаю по лестнице на 11 этаже. Нет. Я вот тут смотрю, куда надо заложить. А вот, что, а почему он просвечивается? Скелет у него был просвечен. Okay, я ударом. Ну, типа, крутой удар. Кто-то уже... Теперь это следующее. Да, я одну заложу. А конкретнее где ты заложил? Под столом. Там убрал желтый маркер. Убрался. Там возле газовой плиты надо. А, понятно. Ну, логично, если газ открываем. Закладываешь, да? Да, вот, положил. Все. 134-137, запомните? Зачем? Ну, там теперь надо. А, так на лестнице. Сейчас его убьют. Майкл, get out of there, get to safety! No, I can hold him off. You will finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Думаю, здесь не надо ничего взрывать. Здесь ничего, нам вниз надо на этаж. Офигенно. Вот поднимите, пожалуйста, кто-нибудь меня. Вернитесь, пожалуйста, поднимите меня. Я взорвался на этом вонючем баллоне, на этом вонючем чуваке. Чтобы подкинул и взорвало еще раз. Вставай. Спасибо. Там кто-то хочет выйти. Сейчас выйдет, наверное. Открывай. Нет. Да не, не открыть. Скорее всего, на обратном пути или что-то такое. Угу. Громила какой-нибудь выйдет. 134. Нам на этаж выше надо. Нам наоборот на этаж ниже. Зачем? Выше. Вот здесь, да? Да. Где лестница тут была? Да не лестница, там дыра. 13 этаж, 4 комната и 7 комната. Вот справа. Вот дыра. Вот она. Ой! Да что ты тебя кинула? Хорошо, что не вошел. Чего не поднимается? Там игла была. Это их забрал, да? Наверное. Да. Так, я открыл газ. 136-я, 135-я. 134-я нашел. Открываю. Ожидание других игроков. Давайте, ребят, ко мне. Все, вы тут. Угу. Не все еще. Там девочка. Это самое, что ли? Я бы не очень доверял. Да-да-да. О, мой твой, да-да-да. Охереть. Она друзей покрыла. Пистолет нужен. Стой. Подожди, ходите в сторону. В сторону. Да. Я предупреждал. Пистолет нужен? У меня есть пистолет. Не-не, пистолет тот, крутой. А, тот. Сейчас я... Где? Давайте попробуем реально. Я пытаюсь. Не пройти. Это обычные зомби. Ой, я
поднимите. О, можно успокоить. Я фига вообще не вижу. Можно успокоить. Да ладно, за этим пистолетом. Я еще свернул, когда нажал успокоить. Лоу. Серьезно? Ты подбегаешь, сейчас нажимаешь. Ну, а типа. Пистолет и что-нибудь сделал? Не, нифига. Несколько раз пострелял. Чушь ты. Полно. Этот дебил чокнулся. Так, лутаем тогда. Да что лутать? На печку активируйте и все. Нет, тут батарейки всякие, всякие компоненты там. А где это? Я не знаю. О, халва. Спуститься? От помощи не откажется. У нас типа есть выбор, да, что делать? Первый раз в этой игре. Да что? Смотрите сколько. Охренеть. Тут что-то происходило нехорошее. Спускаемся или что? Ну, обходим. Да пошли, конечно, пошли, пошли. Get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Быстрее, короче, к нему. Мы должны успеть. В лифт. Да. Кажется, мы уже не успели. А что лифт закрыт? Подожди, нет, закрыт. Можно еще открыть. Мы. Открываем. Давай. Слышь, понятно. Классно побежал за Асгардом. Это было похеровое идея. Фиг у вас было идея. Я вышел. Подними меня заодно. Подожди-ка, подожди-ка, надо пять кило ставить. Я не могу найти его. Вот я здесь, вот здесь где-то, да. А, по этих можно. Поднимите просто меня тоже. Понятно. Меня тоже поднимите, пожалуйста. Сейчас, поднимите. Сейчас поднимаю, давай. Еще полечу. Спасибо вообще от души. Так, хорошо, куда нам-то дальше? Ниже. На кнопку лифта нажмите. Ждали игроков. Все, поехали, первый этаж. Работает. Как мы вообще поднялись до пятого, потом? Чё? О, на третьем. Нет, на нулевом. Летели. На минус первом. На минус первый, мне кажется, да. Да. B1, приехали. Сейчас приступ, по идее, должен быть. По инзам. Ну, по всем канонам жанра, да. А, тут взрывайте. Фу. Ох, лоу. Отойдите от себя, громилы. Как он положил? А, я пол, все, тут нельзя делать. Она, походу, баллоны взрывает. Какая именно? Вот, патроны. Это, типа пистолет. Дерьмо, патроны кончились. Да ладно. Не знаю, два баллона взорвались. А, пистолет валяет. Что происходит, мать твою? Почему так громко? Все происходит. Вообще ничего не понимаю. Так, ну хорошо, пойдемте бежим. Какая-то вакханалия на экране. Вообще же адовая. Где лестница? Вот лестница наша. Ниже. Уже показалась точка какая-то. Там. Не-не-не, я туда не пойду. Спасибо. Фу! Тихо, ребят! Куда вы пошли? Где вы есть, ребята? Подождите меня. Обезвредили. А где вы? Ниже. Могу устроить. Ниже спустились. Да вот дыра. Так она мне дыра, нам где-то здесь что-то найти надо показать. Детонатор нужно Майка найти. Вот он. Дыра. Где? Пойдемте. Да я уже взял. Брать давайте создание. Сюжетное задание. Состязание. Стойте. Примите. Думай. Примите. Так. Давай. Принял. Меня откинуло в сам очко. Давай, отличная идея. Чтоб все были в одном месте. Я как обычно не нажал. Ну ладно. Отлично. Бегите, глупцы. Я их задержу. Ох, лол. Еще не громило. Да. Черт, закрыто. Куда здесь? Че, вылезай. Да какого черта? Вижу выход. Ребят, сюда. Ага. Да, все. Музыка вообще крутая. Музыка офигеннейшая. Нет, допустим. Кошки. В смысле? Перезаряжается, в смысле. Да. Так. Все, я выиграл. Черт, я второй. Я до сих пор не понял, куда выходить. Серьезно? Нет, но у меня кошка долго не работала, перезаряжался. Меня кто-то бортанул хорошенько. Так там это самое, громило было. Там был, да. Я на лестницу пытаюсь залезть. Меня кто-то, оп, вперед меня, и мне не залезть. Я не знаю, сейчас взорвутся или нет, но просто типа заканчивать надо. Сейчас давайте посмотрим.
Можем закончить, в принципе, здесь, то безопасно и хорошо. Пока не ожидаем других игроков, типа нам надо выйти, что там все взорвется, так что давайте здесь, наверное, самое вкусное припрячем на следующей серии. Ну что ж, по-моему, было круто. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. А для вас играли и комментировали Валдай, Горели, Корн и Асгард. И это был Dying Light. И всем пока. Давайте, друзья, всем удачи, всем пока. Всем пока. Пока-пока.